Привет всем. Вот тут гуляю рядом с метро Парк Культур по Москве. Вот, но по улице, по которой я шел, там, с той стороны, там жуткий шум. Так что я решил вот здесь. Ой, Москва, Москва. Какие домики здесь. Прям терапия. Лечусь от США. Надеюсь, по моему лицу понятно, как я, какие у меня чувства. Ну, поговорим о... Значит, вот что я здесь не заметил, это врачей и юристов. То есть, вот, например, в Южной Калифорнии, где я живу, на каждом углу были лойеры, то есть это адвокаты и врачи. Ну, адвокаты и врачи — это две профессии в США, которые... возвели в полубоги, которые считают самыми денежными. И поэтому они везде. Но это же, это как и многое другое с Америкой, негатив. То есть ничего хорошего в том, что там полно адвокатов и врачей, нет. Врачей там много, потому что там все болеют. Знаете, какая улочка. А адвокатов много, потому что все судятся и постоянно обманывают друг друга. Поэтому, почему вот, например, в США столько адвокатов? Самое большое количество адвокатов на душу населения, так же, как и людей в тюрьме. Это все связано. И там полно жуликов. То есть, вот, например, насчет жульничества. В России, я знаю, что в России много жульничества, но... Жалко, что здесь машины ездят постоянно, невозможно. Звук плохой. Куда бы от них скрыться? Но, понимаете, я, конечно, могу сесть где-нибудь, но мне кажется, более интересней, когда я иду и снимаю. Иду и снимаю. Конец предложения. Ничего не придумал, чтобы добавить к этому предложению. Еще и ветер подул, вот зараза. Дабы от него скрыться. Ой, какая машина. Так вот. Здесь практически не заметил я. Ну, пару раз я видел юридические услуги, но очень мало. И врачей очень мало. То же самое в Канаде. Я заметил, что в Канаде мало врачей, мало адвокатов. Ну, как я уже объяснил, в Америке их много, потому что вот такой негатив. Там много больных, много судится. То есть... и просто в Америке они потеряли возможность посмотреть на себя со стороны. Я не знаю, почему это, но... Я не понимаю, почему они не поменяют. То есть они не могут... Они как-то отпустили мир. То есть, если другие страны и мир вокруг них как-то ушел вперед, модернизировался, поменялся. Вот посмотрите на Россию. Был Советский Союз, стало лучше. Вот, то... Больше во время Советского Союза было очень хреново. Сейчас мне будут писать, что ла-ла-ла-ла. Нет, тоже было ничего. Но все-таки Советский Союз была утопия. Нравится это людям или нет. Вот. И Америка осталась позади. Америка до сих пор уже на сотни лет отстает. Это они футы считают, и галлоны, и на метры не могут перейти. И вот эта система адвокатов и врачей у них допотопная, какая-то средневековая. Где они, так сказать, вымогают деньги своими здравоохранительными и юридическими услугами. Адвокаты, например, в Америке постоянно нужны, потому что там постоянно арестовывают людей. Вот, например, человека арестовали, ему нужен адвокат. Человека обманули, то есть бизнес, если так называемый
между бизнесами проблемы, там они постоянно возникают, то они судятся. Причем очень часто эти суды ничего не дают. Какое очень часто? 99% времени деньги идут только адвокатам. Но адвокаты в США начали беднеть уже давно, а доктора до сих пор богатые. Так как больных становится все больше и больше, и туда идет очень много денег. Вот такие дела. Подписывайтесь на канал. За мной девушка с собакой. Очень симпатичная. Подписывайтесь на канал. Спасибо.